Новая жена Прилучного грамотно отомстила Агате Муцейнице. Новоиспеченные супруги с удовольствием отдыхают в одном из подмосковных отелей. В этот раз они взяли с собой двоих детей от предыдущего брака актера. Очевидно, что Мия и Тимофей отлично поладили с новой спутницей своего отца. Его соцсети оказались наполнены совместными сторис их веселого уикенда. Зипюр тоже активно снимала видео с отдыха, в том числе с детьми супруга. Однако в сети сомневаются, что идеальная картинка общего отдыха публиковалась с разрешения бывшей жены актера. Возможно, Брутян сделала ей это назло. Дело в том, что в одном из недавних интервью Агата публично пожаловалась на бывшего мужа. Ведь он не ставит ее в известность, знакомя с очередной пассией, что является болезненным моментом для ее отпрысков. А как вы считаете, Муцейнице намеренно назвала Зипюр очередной? Директор Королёвой оправдалась за неадекватное поведение певицы. Известная певица пытается удержать популярность любыми доступными способами. Из-за вызывающего поведения она все чаще попадает в неловкие ситуации. Поклонники недоумевают из-за слишком откровенных нарядов для выступлений и не только. Однако концертный директор Королёвой вступилась за свою работодательницу. Марина Наринская уверена, что певице незачем привлекать к себе внимание подобными способами, а скандалы в сети раздуты завистниками ее таланту. Все это происходит на фоне подозрений о сложной ситуации в семье знаменитости. Из-за скандала она вынуждена разрываться между мужем и любимой мамой. Да и сын Архип продолжает конфликтовать с родителями из-за бывшей стриптизерши. А как вы думаете, как долго Королёва продержится на сцене? Комментарии Славы о разводе удивили поклонников. Известная исполнительница пытается сохранить молодость и красоту с помощью пластических хирургов. Поклонники уверены, что Слава просто надеется удержать мужа-бизнесмена Анатолия Данилицкого. Ведь слухи об их расставании разошлись по всему медийному пространству. Недавно пара разъехалась по разным квартирам, что и породило волну домыслов. Сама певица опровергла эту информацию, рассказав, что они по-прежнему видятся каждый день. А все дело в том, что бизнесмен сильно храпит по ночам. Кроме того, чтобы развестись, нужно сначала официально зарегистрировать отношения. Пара так и не сделала этого за 20 лет близких отношений. А как вы думаете, Слава скрывает от поклонников правду?